И вновь мы с вами, sandhanoid.ru, у нас, как обычно, кончилась память в съемочном устройстве. Да, мы закончили на середине обзора сабвуфера Edge стоимостью 3800 рублей и каким-то диким номиналом, не 800 ватт, 400 ватт RMS и 1600 аж пиковых ватт. Вот, ну, собственно, данный динамик... Мы, наверное, включим какой-нибудь ближайший тест. Вот, вообще, я думаю, нам стоит затестировать все эти бюджетные динамики против, ну, наверное, фаворита на данный момент. Это против линейки Alphard Magnum. Вот, посмотрим, что они могут. Может быть, включим туда еще и FX30, да, потому что вот Soundstream R3, да, он примерно как раз по номиналу и заявленным характеристикам соответствует FX30. Но в данный момент по цене чуть-чуть выгоднее. Вот, ладно, оставляем все это в сторону, да, и приступаем, наверное, к обзору усилителей, да, от фирмы Soundstream. И, наверное, сразу возьмем самый большой из тех усилий, которые у нас есть в данный момент. Это у нас Soundstream P4800. Это четырехканальник AB-класса. Значит... Сколько же здесь заявленной мощности, кто бы знал. Написано ли это где-нибудь на коробке? Да, написано. Вот, значит, у нас заявка от производителя 4 канала по 125 ватт в 4 Ома. 4 по 200 в 2 Ома и 2 по 400 мостами. Вот, в принципе, очень такой неплохая заявка, да, потому что сейчас у нас есть... в определенном смысле недостаток на рынке мощных и в том... в то же время доступных четырехканальников. Вот. А цена данного девайса, значит, составляет 12790, что в принципе чуть-чуть дороже Мачете М104, но судя по весу и габаритам ося, он должен быть чуть мощнее Мачете, ну вот, особенно в варианте, когда он работает в 2 Ома. Вот, давайте откроем, посмотрим, что он из себя представляет. Вот, и является ли он какой-то альтернативой чему-либо. Значит, ну, классная упаковка. Вот, мне уже сходу нравится, значит, этот вот корпус из, как это, я не знаю, как это по-русски, брашт алюминием, да, то есть, как бы, такой матированный алюминий, видимо, да. Значит, у нас... Ой, для чего же этот коннектор используется? Очень интересно. Надо почитать инструкции, что это такое. А, это подключение по высокому уровню, я все понял. Значит, снимаем веселые пенопластовые эти самые штучки, которые защищают этот усилитель от повреждений при транспортировке. Значит, и пробуем открыть гуманным образом каким-то. Практически получилось. Так, вытаскиваем с пакетом. Давайте закроем коробочку, чтобы было удобно его рассматривать. В сторону. Потом длительная уборка, видимо, после обзора. Так, что мы видим? Значит, серия у нас Пикассо. Значит. О, здесь такие прям олдскульные клеммы под лопаточки используются. Прям классический такой Soundstream получается. Вот. И, собственно, терминалы под ну, выходы акустические тоже. Давно я такого не видел. Значит, у нас вход, выход, значит, кроссовер, смотрим, что он у нас умеет. Значит, HPF. LPF и в полную полосу, но это у нас на все каналы сразу, а нет, да, все каналы, нет, каналы раздельные, все, отлично, я почти сказал, что очень хорошо, в общем, очень хорошо, значит, каналы у нас раздельно, можно что-то там попробовать порезать, надо будет попробовать, как это работает. Значит, сможем мы рассмотреть что-либо из внутренности данного усилителя? И, скорее всего, не сможем. Но мы можем его открыть. У нас есть отвертка на крестиком. Давайте откроем усилитель и посмотрим на него внутри. Раз уж производитель не пломбирует.
Интрига, интрига. Самому интересно, что же напихали внутрь этого чуда, что уж там 4 канала по 125 ватт. Значит, аккуратно откручиваем эти самые, значит, саморезики или винтики, кому как удобно. Прям M-God's life. В следующем, кстати, по счету мы думаем, посмотрим на этот самый, на маленький двухканальник, самый Rubicon 2-250. Опять же, ну, моя мысль такая, что на рынке тоже есть определенный недостаток двухканальников, да, поэтому мы всегда рады, когда что-нибудь появляется в этом форм-факторе. Вот, потому что четырехканальники есть практически у любого производителя, а вот что-то с двухканальниками как-то, ну, не густо, мягко говоря. В данный момент. Так. Давно я не крутил винтики. Так, ну что, значит, момент истины. Так, а почему мы не снимаемся? А, тут еще торцевые есть. Извиняюсь, преждевременная, что называется, эякуляция. Так, сейчас. Ну, молодцы, что они крепят крышечку именно так, да, что сложно залезть туда. Еще один здесь. И, ну, господи. Предохранитель 2 по 40 ампер. Если кому-то это интересно, да. О! Ну что, кто в этом разбирается, да? Что называется? Кто что может сказать о данной комплектухе? Давайте, ладно, я не буду комментировать это, да, то есть как бы мы, скорее всего, наверное, замерим каким-то образом данный ось, по крайней мере, в мостовом режиме. Вот. А у кого есть какие-то догадки относительно того, сколько мощности он выдает, пишите их в комментариях. Вот, посмотрим, кто угадает, значит, говоря, ближе всех, дадим какой-то приз, наверное. Вот. Так что, наверное, закроем это. Вот, сделаем паузу на видео, пока я закручу эти винтики обратно, чтобы ничего не потерять. Значит, еще раз говорим, что цена 12 790, заявка 4 по 125 ватт в 4 Ом и 4 по 200 в 2 Ом. Будет интересно, сможет ли он как раз вот в 2 Ом хотя бы с двух каналов плюнуть 400 ватт. Вот. Так что вот так вот. Ладно, пока пауза, всем пока, сейчас я закручу винтики, и мы другую ось посмотрим.